вонзали в землю меч и шептали заклинания и просьбы. Аланы знали крест и его силу. Это самый воинственный народ среди кавказцев. Если ты посмотришь на их мужество, то найдешь отвагу, которой нет нигде более. Если ты заметишь их доблесть в бою, то ни во что не поставишь мириад врагов. Как для людей мирных и тихих приятно спокойствие, так они находят наслаждение в войнах и опасностях. Счастливым у них считается тот, кто умирает в бою.